Накануне Международного женского дня мужчины уже поздравляют милых дам с наступающим весенним праздником. Сегодня звучит все больше теплых слов в адрес представительниц прекрасной половины человечества. Уже по традиции поздравления коллегам по работе. Не обошли вниманием и женщин, всю свою жизнь проработавших на заводах, в школах и больницах региона. Праздничный концерт прошел в «Современнике». Для гостей выступили лучшие танцевальные коллективы города, певцы и акробаты. Не осталась прекрасная половина пола без подарков. Юбилейные награды вручили жительницам города, участницам боевых действий в Афганистане. Наравне с мужчинами они сражались с врагом и работали в тылу. Я работала врачом-хирургом в военном госпитале в городе Шинданди. И поэтому считаю, что это награда заслуженная вполне. И вы знаете, очень приятно. Не сколько приятно мне, сколько приятно моим коллегам, которые мы сегодня все вместе собрались. Ведь нас остается все меньше и меньше. Всего же в учреждениях Ульяновской области пройдет более 100 мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню.